19, по-моему, число. 26-й день бега. Фух, сегодня, на самом деле, еще у меня праздничная дата. У меня сегодня 1000. У меня сегодня 1000 километров по приложению, как я начал бегать. Так что я вышел на новый уровень. Можете поздравить меня, лайк поставить. Вместо того, чтобы пойти на улице побегать, я побегал на дорожке в спортзале. Потому что утром шел дождик. Даже не в дождике дело, а то, что везде ну, такая вот погода. Везде лужи. Не хочется лужи оббегать, грязь. Вот поэтому на дорожке. Сегодня в Петербурге 2 градуса. Ощущается как 1. Поэтому прохладненько. Ну вот после пробежки моей не ощущается, что прохладненько. Очень даже тепло. И, кстати, даже обещали снег. Но что-то снега нет. Ошиблись метеорологи. Вот. Ну, осталось, короче, 4 дня мне бегать. Все. Пока. Ставь лайк. Хорошего дня.